Скромный мужчина. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Шариф. Откуда? Я с селения Толстой, вот это Грозненский район. Понятно. Вы из Чеченской республики, да? Да, Россия.
просто это было удивительно совершенно. Спасибо. Я большое. Буду счастлива, если вы выберете меня, но также буду счастлива слушать вас. Потому что это, конечно, просто невероятно. Спасибо большое. У нас много общего в плане музыки. Это Александр Градский. Конечно же. Молодец, Шарик. Просто молодец, без дураков. Поздравляю. Будем работать. Я поздравляю вас, Александр. Я вас всех тоже поздравляю. Шикарно. Прекрасно. И прекрасно. Причем убивает публику нахрен сразу, там, моментально. Вообще, вырубает вообще, всех. Вообще, очень ужас, круто. Как ветром просто сбило. Со сцены дуло ветром. Да. Со скоростью 100 км в час. Я так люблю эту песню. Он ее лучше поет, чем оригинал. Ага. На голову. Прям. Вытягивает. О, крутой какой. Мне кажется, его можно вверх ногами подвесить, и он также будет петь. Ну вот запросто. Я хочу пожать руку в вашем лице всему чеченскому народу. Вы нам дали сегодня понять, что это великая культурная нация, с которой за честь общаться нам всем. Спасибо. Спасибо большое. Вот у нас как программа называется? Вот так все просто. Шарик просто прям вышел и сразу всех покорил. Я восхищена вашим голосом и вашим талантом. Вы обладатель великолепного летящего голоса и умения петь. У вас невероятно сильный и красивый голос. Я в вас верю и искренне поддерживаю. Наконец-то в нашей эстраде появится, появляется, уже появился настоящий красивый тенор. Драматический. Ты замечательный певец, и твое творчество очень впечатляет меня. Шариф – человек, одаренный свыше. Он очень тонкая натура, он очень чувствительный человек. Жить в тревоге, жить в надежде и любить сильнее, чем прежде. Как шериф ты на сцене стоишь, потому что выходишь, ты своего права, вот говоришь, у меня вот этот закон, и все этот закон принимают. Я тебя поздравляю. Не могу не сказать про фантастическое, конечно же, пока возможности. Вы очаровали меня и моих родственников своим поразительным голосом и редкостным обаянием. Не могу не спросить, как в республике вас поддерживали. Я думаю, что да, уже скоро вашим именем должны быть названы улицы. Хочу сказать спасибо своим болельщикам. Они у меня самые замечательные. Все серьезно, коротко и ясно. Вот как-то я сказал, он шериф. По-итальянски ничего не понятно, но душу рвет вот так, так, и кусочек отсюда.
друзья, я представляю вам уникального артиста, покорившего самого Градского, с диапазоном голоса в 3 октавы, обладающего редким по красоте тембром. Золотой голос Чечни. В будущем его узнает весь мир, и весь мир будет ему рукоплескать. Итак, слушайте на сцене Шарипа Умханова. I paid my dues time after time. On the wall. Шарип, когда увидел ваше выступление, честно сказать, была приятно шокирована таким мощнейшим голосом. У него очень нереально самобытный голос, очень сильный. Он действительно может закрыть весь зал без подзвучки. Пригласил сегодня на свой концерт замечательного певца. Многие, наверное, его помнят по проекту «Голос». Замечательный вокальный данный, дамы и господа, прошу включать большой. Шарип! Ну, я, конечно, не Григорий Лепс, но... Толика! Рюмка водки на столе! Довольно-таки неплохо пою. Вот это скромность! Хочу вам пожелать жизненного счастья, творческих успехов и здоровья и вам, и вашим близким. Куда? Ну, я так не играю. Мой голос
You're brighter.